Через несколько минут начнется официальная церемония закрытия Универсиады 2017 в Алматы. А это значит, что начнется отсчет времени Всемирных студенческих игр 2019 года в Красноярске. Началась церемония с музыкальной постановки «Тайны Великой Степи», в которой задействованы известные казахстанские артисты и 150 барабанщиков. А после все 12 тысяч зрителей встали, чтобы послушать или спеть гимн Казахстана. И вот на подиуме Ледового дворца Алматы-Арена главные герои этих игр – спортсмены и тренеры. За 11 дней было разыграно 85 комплектов наград. Сборная России в общем зачете заняла первое место, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей. На втором месте хозяева турнира – команда Казахстана, на третьем – Республика Корея. Как отметил премьер-министр Казахстана Бахытжан Сагынтаев во время своего выступления, Универсиада для Алматы стала большим праздником и дала толчок развитию города. Универсиада в Алматы оставит грандиозное наследие. Мы стали свидетелями того, что за короткое время были возведены современные высокотехнологичные объекты. Стадионы Алматы-Арена и Халык-Арена, объекты здравоохранения и культуры, жилые дома и центры по обслуживанию населения будут функционировать во благо алматинцев и всех жителей нашей страны. Особенной для жителей нашего края стала церемония передачи флага Международной федерации студенческого спорта главе Красноярска Эдхаму Акбулатову. «752 дня отделяют нас от 29-й зимней универсиады. Красноярск с нетерпением ждет гостей. Искренне уверен, что в памяти всех участников Универсиады 2019 года останется частичка души красноярцев, частичка радушия и дружелюбия центра России. До встречи в Красноярске! Real Winter! Красноярск теперь официально является городом следующей 29-й Всемирной зимней универсиады. Для зрителей красноярские артисты и спортсмены показали красочное шоу-презентацию, а олимпийский чемпион по фигурному катанию и посол универсиады 2019 Алексей Ягудин продемонстрировал свое мастерство на льду Алматы-арены. Завершилась торжественная церемония трогательным моментом. Ребенок задул огонь Всемирных студенческих игр. Но только для того, чтобы огонь универсиады разгорелся снова через 2 года в Красноярске. Поедем в Красноярск побеждать. Все великолепно. Понравилась церемония? Да. Очень коротко и красиво. Было круто. Все команды показали высший уровень. Просто классно. Атмосфера просто супер. Не жалко сейчас расставаться с универсиадой? Не грустно? Очень, очень жалею. 11 дней Алматы принимал гостей со всего мира. Этот город многим запомнится не только яркими выступлениями спортсменов и их победами, но и доброжелательностью, отзывчивостью и дружелюбием казахстанцев. За что им большое спасибо. Андрей Стародым, Андрей Крупнов. Новости.